Он бодр, свеж и все так же красноречив, будто трехдневная голодовка на депутата Николая Дежура влияет как оздоровительный бальзам. Он голодает не в родном Серпуховском районе возле свалок Сьянова и Лесная, требуя их закрыть, а в соседнем Чеховском вместе с местными активистами. У нас есть полигон Лесная, действующий. Вот туда повезут, да, и абсолютно. От этого будут страдать ваши избиратели. Абсолютно, понимаю. В 500 метрах от Кулаковского полигона твердых бытовых отходов развернулось настоящее протестное действо. Активисты Чеховского района и депутат Николай Дежур решили отказаться от еды. Пригнали военный фургон и повесили баннер. Парадокс, но в то время как полигон Сьянова в Серпуховском районе еще до сих пор горит, голодающие жарят шашлык на мангале. Видимо, так отмечают начало шоу под названием «Голод». И действительно, не умирать же от истощения. Занимаюсь вопросами Серпуховского района, но депутат не бог, и депутат не может, депутат, ну сейчас я сформулирую, значит, ваш вопрос вот такой, он несколько провокационный. Я только занимаюсь вопросами Серпуховского района, только ими занимаюсь. Сначала говорит, что свою миссию в Серпуховском районе выполнил и всем жителям помог решить их проблемы. 140 сел и деревень? Нет, конечно. И тут же исправляется. Видимо, от голода путаются мысли. И вам не доверяют? Ко мне больше всех обращаются. Они требуют закрыть Кулаковский полигон немедленно. До этого момента готовы голодать. Но зачем, если все уже давно известно и судьба свалки в Чеховском районе решена? Ей осталось работать чуть больше полугода. Планируется к 2018 году, 01.01.18, прекращение завоза отходов на полигон ТБО Кулаковский. По информации из неофициальных источников, Николай Дежур напрямую связан с полигоном ТБО «Лесная» и даже имеет долю от многомиллионной прибыли. Поэтому депутат знает, как никто, ради чего голодает. Как только Кулаковский полигон закроют, потоки машин из Чеховского района хлынут в Серпухов. И тут уже от иногороднего мусора своим людям не спрятаться, не скрыться. Полигон ТБО «Лесная», то есть по нашим сведениям, и везде там не способен принять те количество отходов, которые образует Чеховский район. Там будут пробки организовываться, то есть город сразу встанет, можно сказать, потому что плюс 200 рейсов автомашин, а то и больше, будут завозиться в город Серпухов. Ну а о последствиях для жителей Серпухова района депутат Дежур не задумывается. Личное финансовое обогащение для него превыше всего. И пока полигон Кулаковский ожидает своего закрытия, а полигон Лесная еще имеет мощности принимать мусор, шоу под названием «Голод» должно продолжаться.